Уже в скором времени на проспекте Ленина может появиться 230 дополнительных рекламных билбордов. Некая донецкая фирма сегодня оформляет последние документы на их размещение. Об этом сегодня официально заявили в ходе пресс-конференции представители Ассоциации наружной рекламы Украины. По их словам, если этот процесс не остановить, то Запорожье будет напоминать прилавок, усеянный рекламой торговых марок. Продолжение темы в нашем сюжете. В 2006 году исполнительный комитет городского совета принял решение, в котором четко прописывались места размещения рекламных конструкций, порядок и процедура получения специальных разрешений на их установку. Кроме того, был принят мораторий на установку новых конструкций, чтобы не допустить перегрузки рекламой проспекта Ленина. Тогда старые бигборды либо убирали, либо привели в надлежащий вид. И на сегодняшний день на проспекте установлено порядка 50 рекламных бигбордов. События, которые произошли в конце прошлого года, буквально привели нас в ужас, признаются в Ассоциации наружной рекламы Украины. 7 декабря 2009 года зампрокурора города выносит протест и своим протестом останавливает действие этого моратория. 8 декабря появляется иногородняя фирма «Магнит», которая с полным пакетом документов подает эти бумаги на оформление приоритетов на 230 рекламных конструкций, рекламных площадей, я прошу прощения, по проспекту Ленина. А уже 11 декабря 2009 года, то есть на следующий день, городская прокуратура отзывает свой протест и снова устанавливает мораторий. Фактически за три дня решился вопрос о том, чтобы установить в центре города в 5 раз больше бигбордов, чем есть сейчас, говорят рекламисты. И добавляют, когда эти бигборды появятся, вопрос времени. У них подписаны документы в ГАИ, у них подписаны документы в райадминистрациях. Следующий этап – это подпись у главного художника и у главного архитектора. И последний шаг – это подписание на исполкоме. К чему приведет это решение, рекламисты показали наочно. Вот как будет выглядеть проспект Ленина, если городские власти дадут добро на размещение бигбордов. И то, что они будут отвлекать водителей, добавляют рекламисты, не вызывает никаких сомнений. И это не просто частокол, это вот что-то, что сводит эффективность каждого отдельного рекламного сообщения к нулю, так называемый рекламный клаттер. Когда на вас одновременно смотрят 15 реклам, вы ни одну из них не различаете, она не доносит до вас никакого сообщения, по факту реклама не действует, рекламные конструкции как бы превращают город, центр города в ну, абсолютно такую, не знаю, обложку какого-то журнала, наверное, да, но ни в коем случае не там гордость архитектурного ансамбля. Кроме того, есть и экономический нюанс вопроса, отмечают специалисты. Подобные, скажем так, прецеденты, они оттолкнут инвесторов, они заставят цивилизованные компании перестать инвестировать в развитие парка рекламных конструкций. И мы постепенно скатимся в начало-середину 90-х, когда 90% рекламных конструкций это были некондиционное железо, привезенное из других стран, которое там было просто списано за ненадобностью. По словам представителей ассоциации, с просьбой разобраться в ситуации не обращались во все возможные инстанции. Однако чиновники, говорит Таисия Москалюк, будто играют в молчанку. Протест был подан зампрокурора города, и его имя известно. Евгений Просветов. Я знаю точно, что господин Грищенко молчит и не комментирует ситуацию. Господин Карташов молчит и не комментирует ситуацию. К слову, на пресс-конференцию был приглашен и главный архитектор города Виктор Трубин. Однако он приглашение проигнорировал. Вместе с тем представители Ассоциации наружной рекламы опускать руки не намерены. С требованием рассмотреть этот вопрос они обращаются к мэру и депутатам. А в случае игнорирования вопроса обещают пойти в суд.